Очень красивая пора, весна, когда все цветет, благоухает, пчелки вон летают, но и на огороде работы полным-полно. Всем доброго дня, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Как вы знаете, кто смотрит мой канал, что я очень люблю и предпочитаю посадки лука, чеснока и зелени под зиму. Это экономит время весной, особенно касаясь нас, дачников, выходного дня. А так как мы приезжаем только через 2 недели на свою дачу, вот так как мы живем на 2 города, это для нас вот этот самый лучший выход посадки под зиму. А весной мы занимаемся другими делами, садим картошку, свеклу. Вот у меня редки идут клубника, 3 ряда. Насквозь чеснок, рядышком идет лук, идут 3 ряда моркови, как видите, уже под зиму посаженная, вот вместе с редисочкой она видна, вот она рядки, и еще 3 ряда лука и рядышком еще рядок моркови. Здесь у меня будет возле моркови капуста, там у нас уже посажена картошка. Сажаю я таким методом уже не первый год и получаю отличные результаты. Чем хороши вот такие посадки? Чередование чеснока, лука, моркови вот такими рядками. Вот я для себя сделала такой вывод, что луковая муха и гниль всевозможно облетают эти посадки, где вот растет лук и чеснок рядышком, и морковь тоже. Вот этот запах, наверное, чеснока, который больше усиливается, чем сам лук, и отпугивает вот эту всевозможную эту луковую муху. Также и морковная муха не терпит этого запаха чеснока. Вот такой вот я сделала вывод. И еще чем хорош вот осенняя посадка лука? Вот очень важный момент. Когда луковая муха угрожает весенним посадкам, кто вот посадит в начале вот мая, мой уже посаженный лук под зиму, уже достаточно, вот смотрите, какой большой, да, по высоте. Вот, и уже никакая луковая муха и морковная не страшна моим вот этим грядкам. Это очень большой плюс. Он стоит уже такой окрепший, зелененький, и высота уже, смотрите, какая приличная у моего лука. Какая уже тут может быть луковая муха повредить его? Конечно, она же будет и облетать. Осенняя посадка чем еще хороша? Собираю ранний урожай. Уже в июле он поспевает. И я на освободившие уже места, где вот чеснок, лук, сею редис, зелень, пекинскую капусту. И осенью уже мы кушаем уже второй как бы урожай с этих грядок. С прополкой хлопот меньше, ведь лук культура холодостойкая, всходы появляются из-под снега, и сорняк любой может с луком поспорить, посоперничать. И когда уже начинается рост сорняка, мой лук уже крепкий и заметный, стоит как солдатик. И не опасаешься, что выдернешь вместе с этой малюсенькой травкой. Еще очень важный момент и плюс большой, что хранится такой лук дольше и отлично, потому что он в июле месяце стоит большая жара, жарко, он просушивается прямо на грядке, а потом прямо на чердак. И, пожалуйста, плети косы, вешай, и он сухой и прекрасный. И последний момент, предпочтение и преимущество вот этой осенней посадки лука. Особых рекомендаций по выбору сортов лука под зиму нет. Пригодны любые местные районированные. Я избегаю южных сортов, так как зиму они могут не перенести. Мои сорта — это Бессоновский, Штутгартен Ризен, Даниловский, Стригуновский и местный наш вот этот Погарский лук. Очень хороший. Выращиваю сама семян. Есть видео несколько, как я это делаю. Уже к местным условиям адаптированный мой лучок и чернушка. Я не сажаю лук, а сею маленькую овсюшку, не больше ногтя на мизинце. Это 1 сантиметр, даже и меньше. Мелкая овсюшка никогда, я говорю со 100% уверенностью, стрелок не образует. Проверено временем. Вот. И, конечно же, обманывать вас я не собираюсь. Крупный сивок, если желаете получить стрелку и семя, это вам гарантирую, потому что я сажаю разные сорта, да, он даст вам стрелку и семя.
Ну что, убедила я вас, что осенние посадки лука, чеснока лучше, чем весенние. Вы еще садите, а у меня же вот такой лучок. Что же, и перья мы кушаем, и уже вот видите, какая морковь. Сегодня у нас 10 мая. Смотрите, какая морковочка уже пролезла. Вот она. Вот она, морква. Рядок уже заметен и виден. Вот, так что я думаю, что я вас убедила, и вы будете сажать то же самое под зиму, как и я вот сажаю и чеснок, и лук, и морковь, и зелень. Высадила я сегодня перец, накрою. Вот здесь томаты. Весь из клубнички. Клубника уже последний. Это наша клубника. Здесь томаты высадила. Ну, вот так вот у меня растет клубника рядами. Вот, прополки минимум. Трава у нас не растет. Вот. Этой клубнике уже 4 года. Это последний год под агрокариллом этим. Вот, она уже пропадает. Вот такой вот обзор у меня грядок.